Видите, рука с прошлого раза, с прошлой игры. Теперь делаешь вид, как будто тебя на кухне не было. Да? Такая на-на-на, это было не я. Это само как-то получилось. А я тут добрая. И даже не ругаюсь ни на кого. Ни одного звука не издаю. Милое, пушистое, рыжее создание. Я только что тебя застукал. И ты еще огрызалась. Да. Все. Не пущу. Не пущу. Эп. Не пущу. Оп. Экономит силы и энергию. Не двигается. Не пищит. А помнишь, как ты меня кусала? Нет? Не было такого, не ты была. Как собак гоняла. Но особой активности в сюжетах не будет. О, нет, смотрите-ка. Все, Линька, страшное дело. Смотрите, как лиса начинает лезть. Давай покажем. Чтоб все поняли. Это я ее уже вычесывал. Та-да! Теперь лапу давай. Нет, лапы тут нет ничего. Пузо еще не лезет. То есть пузо еще в хорошем состоянии. Начинают лезть вот эти вот бока. Задние. Они самые толстые у лисы. И хвост, конечно же, хвост. Особенно вот где хвост, где тело в хвост переходит, это место. Вот оттуда максимальное количество. Вот. Но Алису это никак не тревожит. Давай с этой стороны. Ну так, рот, конечно, открывает. Я все вот в одном месте чешу. Да, теперь смотрим, сколько тут. Во. И еще на полу. Вот это все отсюда. Линька проходит успешно, Алиса. Особенно вот в таких вот позах. Эй. Ой. Все, говорит, отстань, иди, я тут валяюсь.
Слышите звук? Нет, я тоже нет. На зов? Ну, конечно. А, вкус не влезло. Гражданка, у вас хвост застрял. А, нет, такая. Эй, осторожно. Нет, хочешь, чтобы все было по ее. Какая разница, вот там валяться или здесь валяться? Бряк. Рука, свирепая рука. Ой-ой-ой-ой. Нычка. И нычку показала. Кто нападает на лесу? Свирепая рука. Да. Переворачивает лесу, крутит, чешет пузо. Продолжаем. Успокойся. Да-да-да. Все. Да-да. Передняя лапа, задняя. Завод. Больно? Кто спрашивает, кусается лиса, больно? Нет? Ну, конечно же, нет, когда она играет. А когда не играет, то очень больно. Кто, 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 кто? Это Макс. Все. Макс, что это? Алиса, куда? Куда ведет? Ой. Носом стукнулась о кухню. Ты что? И это что значит? Погладить? Или кухня моя? Это ты хотела сказать? Кухонный оккупант. Алиса же ведет себя очень осознанно. Она прибегает на кухню и шарится по кухне, пока ей не дадут еду. Если ей еду дают, она уходит. То есть это ее гонорар за представление кухонное. А вот если ей еду не дают,
то тогда она чувствует себя как это, вот так, как она сейчас говорит. Может, на улицу, Макс? Тебе зачем здесь? Леда, понятно, за гонораром пришла. Расскажи. Гонорар. Отдайте мой гонорар. А я ее снимаю и игнорирую. Ладно, иди сюда. Есть у меня для тебя кусочек. Иди. Остался вот последний разделить надо. Алиса. Ой. Тут уже Макс на него претендует. Сидеть?